modo in paradiso. Pax eterna est la via... Подо мне гу... Опа! Будь ты проклят, Альфред! Эти новые видения тревожат меня. Одина вижу лишь я. Или в грезах о Свартальфахейме кроется что-то еще. Пожалуй, стоит погреться у костра, немного прийти в себя и поразмыслить. Я уничтожил орден в Винчестере, но пришлось иметь дело с Альфредом. Бедный воин Христов привел тебя к королю? Странно. Будто он или она над тобой смеется.
Кайсом, я нашел страницы кодекса, как ты просил. Всего 6. А, прекрасно. Первые незримые оставили слишком мало записей. Теперь наши знания о них приумножатся. Возможно, все это писали сами основатели незримых. Но их имена, к сожалению, уже давно позабыты. Видимо, они так хотели. Я надеюсь, эти записи позволят нам что-то выяснить. Кто знает. Я лично не могу здесь разобрать ни единого слова. Знаешь, у торговца с черного рынка, Реды, есть запись того же периода, что и страницы кодекса. Поговори с ним, если хочешь посмотреть. Эти новые видения тревожат. Мне уже поступ. Эти новые видения тревожат меня. Одина вижу лишь я. Или в грезах о Свартальфахейме кроется что-то еще. Рад видеть тебя. Реда, Хайсом сказал, что у тебя есть записи одного из первых незримых. А, это старье? Да, короткое письмо от одного незримого другому. Крайне редкая вещица. И как оно к тебе попало? Его оставил мне на хранение друг. Его звали Баек, египтянин. Славный малый. Мы с ним давно не виделись. Очень-очень давно. Как бы то ни было, письмо на дематическом. Так что ты его вряд ли прочтешь. Но можешь взглянуть. Эти новые видения тревожат меня. Одина вижу лишь я. Или в грезах о Свартальфахейме кроется что-то еще. Пожалуй, стоит погреться у костра, немного прийти в себя и поразмыслить. Берегись, любимая. Я слышал рассказы о тайном кодексе, что передают друг другу в конторах наши последователи. Как в Империи Августа, так и за ее пределами. Он зовется Кодексом Магоса, и в нем сказано, что ты одна из основателей незримых. Это не только подвергает риску тебя. Это противоречит принципам нашего братства. Мы ищем справедливости, избегаем похвалы за наши труды и должны таиться в тени своих побед. Если ты найдешь страницу этого кодекса, советую их уничтожить. Так мы сохраним дух незримых. Я знаю, что сделать это будет непросто. Немногие способны долго хранить подобные тайны. И, быть может, мы потерпим поражение. Но если мы и падем, то сражаясь за справедливость. Береги себя, моя любовь. Исида. Звезда Севера. Даже на закате жизни я твой Осирис. Пусть наш Гор переживет нас. Я часто думаю о тебе, милая. Утром и вечером. Днем и ночью. И в дождь, когда шеи касается дыхания Амуна. Я помню, как ее покрывали твои поцелуи. И буду помнить это до самой смерти. Всегда приятно встретить. Мне пора. Да. Эйвор, Персугенгер. А, это ты, живака. Приветствую. Мы избавили Винчестер от власти Ордена. Увы, нам там теперь тоже не рады. Я встретился с самим королем Альфредом. Орден хотел его убить. Он дал им отпор. Альфред? Нынче уже и не знаешь точно, где враг, а где друг. Эйвор,
Время пришло. Наше время. Время для чего? Меня ждет вечная слава. Вечная слава? Боюсь спрашивать, но о чем ты? Разве тебе не ясно? Мне пора покинуть Мидгард. Я отправлюсь в залы своих предков. Если ты ищешь смерти, я тебе не помогу. Эйвор, я говорю не о смерти, а о жизни и нескончаемой славе. Да, последние дни я будто блуждал в тумане. И говорю о том, чего ты не понимаешь. Прошу лишь, доверься мне вновь. В последний раз. Я вернусь в Норвегию, попрощаюсь с отцом и исполню свое предназначение. В Норвегию? Нужно обсудить это с Рандви. Как скажешь. Я буду ждать тебя у причала. Только не тяни время. Эйвор, здравствуй! Посмотрим на карту союзов. Может быть, пора вернуться в Норвегию. Сигурд хочет увидеть отца, а потом... Там видно будет. Я слышала дурные вести о Стюрбьорне. Будьте осторожны. Нам пора в путь. Вернемся, как только сможем. Что ж, удачи вам обоим. Сигурд. Эйвор, отправимся в Норвегию и дальше. Да, в Норвегию. Славно! Вперед! Больше, чем десятки лет. Уж и забыл, насколько. Вот вам история. Животы надорвете.
Зимой, перед тем, как мы отплыли в Англию, я как-то пил с друзьями в Ставангре. Теперь это земли Харальда. Его горы и фьорды. Мне больно даже думать об этом. И наш отец остался ни с чем. Это был его выбор. Он легко гнулся и сломался. Не жалею его. Да. Сколько лун я не мог спать, думая о его предательстве. Желал ему самых худших бед. Он заслужил лишь бесчестие. Не думай об этом, Сигурд. Оставь старика в покое. Нет. Пусть он вкусит ту же горечь, что и я. Пусть узнает, что упустил, оставшись здесь, чтобы есть с рук завоевателя. Хочешь с ним поговорить? Да. Лицом к лицу. Я скажу все, как есть. В чем шла речь? С нами в медовом зале были люди из клана Ярла Барда, и одного из них звали Халли Злоязыким. Осушив 7 рогов меда, Халли взгромоздился на стол и закричал через весь зал одному скальду по имени Тьодольф. «Тьодольф!» – заорал он. «Спорим, я и рыгнув сложу вису лучше, чем сложишь ты своим языком да словами!» Альрекстад процветает. Вопреки предательству отца. Ты точно готов? Я скажу то, что нужно сказать. Не боишься отповеди? О, нет. Я жду ее. Но может, старый пес разучился лаять? А может, тебе удастся его подстегнуть? Разжечь пламя рассказами о нас? Если так, я подолью масло в это пламя. На чем мы остановились? Все захохотали. Тихо. Эй! Как там сказала Рандви? Отец проводит дни в медовых залах, а ночью спит на голых досках. Именно. Поищем в залах. Есть один поблизости. Немало горемык в нем заливают горечь. Что ж, посмотрим там. Идти с пустыми руками? У нас и подарка нет. На что крысам подарки? Разве что понюхать и лизнуть. Смотрю, ты весел, брат. Стань моими. Этот бедняга здесь всегда. От рассвета до заката. Лучше уйти, только глянь. Отец. Сигурд. Мой сын и Эйвор. Слава Одину! Дайте мне на вас посмотреть! Нет, лучше не подходи. Во имя Тюра, что случилось? Какое страшное увечье! Как ты? Лучше, чем кажется, уверяю. За это стоит выпить. Ваш путь был долог, а здесь холодно. Хмель согреет вам кровь. Мы пришли сюда не веселиться, а взглянуть на жалкие останки былого величия. А потом? Развязать войну против Харальда? И захватить власть? Это ваша цель? Разорение и гибель? Что за вздор ты несешь? К чему мне воевать за это промерзшее болото? Говорят, в Англии и так уже полным-полно королей. И я подумал, вдруг ты вернешься, чтобы... Я отринул всякие мечты о короне, отец. Меня ждет нечто более великое. Я вернулся сюда лишь с одной целью. Попрощаться. И поблагодарить за то, что подвел меня. Подвел? Как отец. Как конунг. Как человек. Без этого я не открыл бы свою истинную суть. Ты говоришь, подвел. Но клятва Харальду была единственным разумным выходом из положения.
что же ты делал все это время? Топил горе во хмелю и сожалел о несбывшемся? Я пытался добиться мира на нашей земле и призывал всех объединиться. Говорят, ты спишь на полу рядом с Харальдом и ждешь приказов. И разеваешь рот, чтобы он мог справить нужду. Ты смеешься, хотя я служу великому человеку. Тех, кто служит тебе, ты также презираешь? Ты жалкий червяк! Сигурд, мы не за этим пришли. Разве? Подумай. Я все решил. А ты, Эйвор? Я желаю тебе обрести покой, раз ты нашел новый путь. Я его не нашел, Эйвор. Я его выбрал. Ведь любой другой путь привел бы лишь к распрям, смертям и горю. Твой отец понял бы меня. Он погиб ради мирного пути и спас семью ценою своего доброго имени. Нет. Мой отец, он был... Он любил тебя. Вот и все. Речи трусов. С меня хватит. Сигурд... С тех пор, как ты родился, я хотел лишь одного. Верить и власть, и земли, и наш народ тебе. Но со временем все меняется. Постепенно я осознал правду и ее неизбежность. Из тех, кто противостоял Харальду, остались только мы. Война с ним погубила бы нас. Откуда ты знаешь? Мы могли дать отпор. Могли, да. И потеряли бы бесчетные жизни, лишь во имя своей гордости. Правды мы не узнаем. Ты слишком сильно боялся, чтобы рискнуть. Присмотри за ним, Эйвор. И если получится, уведи прочь от края пропасти. Он ведь мой брат, а не пес. Береги себя и с честью служи королю. Наконец-то это закончилось. Слава богам. Теперь нам пора в путь. К новым берегам. К моей цели. К моей судьбе. К концу моего пути. В этом мире я последую за тобой куда хочешь. Но дальше, за его пределы, могу передумать. Вряд ли передумаешь, Эйвор. Думаю, тебе понравится то, что я покажу. Все думаешь об отце? Вовсе нет. Размышляю о своих видениях. Они так похожи на явь, словно это воспоминания. Расскажи мне, что ты видел? В самом первом была большая дверь во льдах. К северу от Хордафюльки. Арка над дверью была увенчана камнем Сак. Видения становились четче. Дверь открылась, и я увидел... Древо жизни Игдрасиль. Золотые поля Вальгала. И лики наших богов, что звали меня другом, братом, воином. Я был среди них, как дома. Ощущал их любовь. Тебе стоит знать, ты не одинок. И мне были видения. Правда? И что же ты видел? Трудно описать. В них был Один, но он вел меня во мрак. И Норны, что придут нити судьбы из омутов крови. А еще ужасный волк Фенрир. Ветви мирового древа и человек с... Продолжай. Валка предупреждала о предательстве, но как это случится, я не знаю. Ясно.
Я не нарушаю клятв, ты же знаешь. Я не способен на предательство. Конечно, нет. Ты надежен, точно каменный столб. Нам пора. Моя судьба ждет. Пора в путь! Парус поднять! Дочери Эгера благоволят нам. Да, в этих водах я ощущаю великий покой. Этот конунг Альвов Альфред. Он далеко отступил? Он сломлен? Готов сдаться? Войско Гутрума преследует Альфреда в Уэссексе. Если повезет, сбросит его в море. Странно, я словно бы далек от этой суеты. Но мы столько сделали в Англии. И сделаем еще больше. Христиане стойкие враги. По их вере, над ними есть тот, кто держит топор. Тот, кто выше всех нас. Это дает им силу. У нас свой топор. И он весьма тяжел. Та женщина, Фулке. С ней я познал много боли и столько повидал. Столько удивительного, что я почти что рад ее предательству. Тому, что она с тобой сделала, нет оправданий. Но с каждым ударом плети, с каждым шрамом, после потери руки, мне являлись видения. Если ты видишь в этом пользу, пусть так. Но Фулке все равно была безумна. Даже безумцы по-своему мудры. Их Иисус был странный малый. Теперь его любит уже полмира. А нам никто не верил, когда мы были юны и лелеяли дерзкие замыслы в медовых залах. Даже отец не верил. Узнаю у своего Сигурда. Может, вернемся в Англию и вместе завершим начатое? Нет, забудь об этом. Будущее впереди. Нас ждет богатство. Я буду с тобой, брат. До конца. Впереди белая ярость. Продолжаем путь! Ты знаешь куда? Знаю, не сомневайся! Мы пройдем сквозь полотно зимы, как меч сквозь соломенную крышу! Утонуть в безвестном фьорде, что за бесславная гибель? Ха! Вот уж точно! Сигурд, а нельзя немного подождать? А, эти ледяные жала! Наслаждайся, Эйвор! Мы идем по пути богов! Куда? К новым льдам и снежным пустыням? К славе! Разве нельзя было переждать эту бурю? На корабле, где нас согрели бы мед и пища? Нет! Это знамение! Следует чтить богов! Они не придут к нам сами! Мы должны идти к ним! Им будет от нас мало пользы, если мы промерзнем до костей. Не бойся холода, Эйвор!
Там, куда мы идем, нет ветра и снега! Как холодно, как в самом Нифльхейме. Держись! Осталось недолго! Надеюсь, я уже пальцев не чувствую. Вот. Замерзшее озеро. Мы у цели. И пещера впереди. Куда же ведет этот путь? Скоро ты все увидишь. И повернуть назад будет поздно. Там! Пещера, а в ней священные врата. Расчистишь? Как бьется сердце. Это здесь. Видел все это? Там, наверху. На этом месте был камень Сак, верно? Да, давным-давно. Не подходи.
Схвахой ногват, ун шмембру трур вон дик ворде. Ун шоу лас враз хнока диде. Ун сумху хас рейс дырае хас цаумси. Как ты это сделал? Откуда узнал слова? Я же говорил. Я видел свое прошлое. То, что пережил сам. Идем. Боги. Что за место? Сюда. Этот путь поведет нас дальше. Хойраси! Смог бы повторить ее. Эта пещера так глубока и полна магии. Смотри, древо! Древо жизни! Что это? Как оно великолепно! Как прекрасен его свет! Вот откуда тянутся все корни жизни. Каждый скальд мечтает увидеть такое. Это еще не все. Клянусь всеми именами Всеотца, это лишь малая часть того, что я могу показать. В видениях я шел дальше, в чертог Одина. Чувствуешь? Священная сила. Я никогда такого не видел. Это наше место. Оно откроется нам. Ты сам увидишь. Откуда ты знаешь? Это было в видениях? Не только это. Свала? Мать Валки? Как она здесь оказалась? Начинаю вспоминать. Святилище можно пробудить с помощью сферы. Эти сияющие ветви. Они откроют нам дверь в убежище богов. В Вальгаллу. Ты готов? Что там, на той стороне? Куда мы идем? Встань вон туда, в центр. И ты все увидишь. Сигурд!
появился. Что это за место? Это ты! Эй, Дрэн! Здравствуй! Хави идет, чтобы вести нас к победе! Веди нас к славе, Хави! Мы пойдем за тобой, Хави! Мочи мне губы рогом, полным меда, брат! Пьем для силы! Пьемся за славу! Эйвор, Тюр сказал, ты придешь. Здравствуй. Ты же мать Валки, верно? Свала. У тебя острый глаз, брат Волка. Наконец-то, Эйвор, мы добрались. Поднимем же рог вместе с Фрейей и споем песнь победы. Сигурд, что произошло? У тебя снова две руки, и ты полон сил. Вечная слава, Эйвор! Мы будем пировать в чертоге павших. Наконец-то! О, великая радость! Это... Все это так прекрасно. Твои видения. Ты был прав. Рок зовет в битву! Идем, Тюр! Пора в бой! Вместе с нами! Иди, Эйвор, потешь сердце. Ты заслужил место здесь. Невероятно! Хватит биться с мухами! Сразись со мной! Мы не бились прежде. И не сдерживай себя! Здесь нам нечего бояться! Пей вечную кровь Вальгаллы! Наконец-то! Брат! Не бойся, Эйвор! Здесь получают не шрамы, а мудрость битвы. На сегодня все! Что это было?
идем за тобой, Хави! Смочи мне губы рогом, полным меда, брат! Сигурд, твоя рука отросла. Она и не исчезала. Не на самом деле. Здесь все приходящее, Эйвор. Все, кроме отваги и чести воинов Вальгаллы. Неужели мы здесь бессмертны? Давай-ка проверим это. Новый день. Оттяпано начисто! Ты снова лишился руки! И снова обрету их! Отец! Это ты! Мой отец. Хави идет, чтобы вести нас к победе. Скай! Скай! Возьми рог и осуши в честь битвы. Нравится ли тебе здесь, мой скальд? Мой певец кровавой битвы! Это невероятное место. Осуши же рог, Эйвор. В чем дело? Мой отец, Варин. Ты видела его здесь? Нет. А должен ли он быть здесь? Нет, он погиб как трус. Но я его видел, клянусь Одином. Оставь все заботы, ты ведь в Вальгалле. Мы заслужили покой и радость. Наш путь завершен. Хави, ты был здесь, отец? Где же ты? Покажись. Мы пойдем за тобой, Хави! Не проходил ли здесь Варин? Кто? Варин. Мой отец. Варин? Отец! Еще раз потеряю руку, забью ей кого-нибудь. Тебе это не надоело? Вовсе нет. Постой. Отец.
Эйвор, к тебе гости. Надо было постучать. Глупости! Я кое-кого привел. Вот. Эйвор, это ты. Тебе удалось стать великим воином. Как же я горжусь тобой. Как ты здесь оказался? Ты ведь помнишь нашу битву? Помнишь, как мы сражались бок о бок? Твоя мать и ты, и Сигурд, и оба наших клана. Мы сражались, а ты нет. Ты погиб как трус. Эйвор, радуйся. Твой отец вернулся. Где же твоя любовь к жизни? Это был не мой отец. Это обман. Не обман, а мой подарок тебе. У меня есть сила. Я могу делать, что хочу. Тебе хотелось увидеть отца, я помог тебе. Это было так просто. По законам Одина, отца здесь быть не должно. А значит, и видеть мне его незачем. Твой отец погиб, надеясь спасти тебя. Он защищал тебя. И свой клан. Нет, он... Мы дошли до конца пути, Эйвор. Это золотые поля Вальгаллы. Идем. Битва зовет. Как все это возможно? Сюда приносят павших. Это ведомо лишь валькириям? Нет, нет, не могу поверить. Здесь все не так. Не отчаивайся, Эйвор. Смотри, вокруг друзья. Все, чего можно пожелать перед тобою. Нет, это обман. Здесь все обман. Это место может стать, чем пожелаешь, Эйвор. Я не хочу, только не так. Предпочтешь обречь себя на пустую смерть? Весь здешний восторг — обычный морок. Лучше каркать, как ворон, чем петь фальшиво. Морок или нет, но здесь нет смерти, боли, потерь, предательства, как есть там, в мире. А ты хочешь? Хочешь жить во лжи? Я старуха, и тело мое разбито. Мои дни были сочтены, так что я попрощалась с Валкой и пришла сюда. Я понимаю, Свала, но это не для меня. Поищу Сигурда. Thank you.
рука! Рука! Снова эта рука! Сигурд, это наваждение, обман. Давай уйдем и вернемся в Англию. Наши люди ждут. Нет, в том мире я никто. А здесь все иначе. Я наделен силой Бога. Здесь я могу жить вечно, и меня не ждет смерть. Смерть ждет всех. Скот, людей и тебя. Лишь доброе имя того, кто умер, остается жить вечно. Здесь ты его себе не заслужишь. А там еще не поздно. Каждый день бессмысленные битвы и пустые победы. Кровь со вкусом воды и запахом травы. Ты видел подлинные битвы и славу. Но здесь все ложь. И ты это знаешь. Брат, нам пора уходить. Мне суждено повсюду следовать за тобой. До конца моих дней? Ладно. Пойдем. Нет, останьтесь. Я запрещаю вам уходить. Зачем уходить? Ты разве не жаждал славы? Побеседуем. Это честь говорить с тобой, Эйвор. Твое имя — песня, которую воины будут петь вечно. Брат Волка, даже на пороге смерти ты не желал сдаваться. Ты обогрял целые страны вином воронов. Одних королей и короновал других по своей воле. Ты твердо стоял на ногах и помогал брату, когда он оступался. Немало великих пало от твоей руки. Ты заслужил награду, Эйвор. Так бери. С дороги. Мои люди ждут. Я дал тебе все, чего ты хотел. Все, что тебе нужно. Не ты мне это дал. Я взял сам. Я расчищал тебе путь, направлял твой топор. Ты как муха жужжал над ухом. Не смей отвергать меня. Все, во что ты верил, прямо перед тобой. Но ты сомневаешься даже в воле богов. Сражайся! Не запятнай свою честь! Твой чертог мертвых всего лишь сон! Всего лишь сон? Но сны — это тоже часть действительности. Они вдохновляют. Они внушают нам страх. Они толкают нас к самым вершинам славы. Что ж, мне пора проснуться.
Возьми топор, сражайся как воин. Вести в бой Эйнкерев! Повинуйся мне! Thank you.
Сигурд, где ты? Ты со мной? Сигурд! А, повешенный очнулся. И снова стоит на земле. Эйвар, осторожно! Басим, что это значит? Подойди, Эйвар. Дай мне на тебя посмотреть. Оставь его, Басим! Я слишком долго смотрел на солнце, ослеп и не смог увидеть, что это ты. Это ты был мне нужен. Ты следил за нами? Прятался в кустах, точно трусливый лис? Это ты обездолил мою судьбу. Лишил меня надежд. Он безумен. Пусть замолчит! Ну же, Эйвор, спасай своего подбитого вороненка. Ты ранен? Не волнуйся. Иди, убей его! Ты будешь страдать тысячу раз сильнее, чем я! Но почему? Мой сын! Помнишь моего сына? Что за сын? Мы столько пережили, столько битв в Англии. Глубже, Эйвор. Загляни в глубины своей памяти. Поговорим. Сколько веков я ждал этого мгновения? Хватит болтать! Я жажду твоей крови. Моя награда досталась волку! Конечно! Восстань! Мой сын страдал не напрасно! Ты говоришь жесток, словно ты пьян! Ха-ха!
этого хотел? Ты умрешь в муках! Интереснее. Пусть Сигурд присоединится. Трус, вернись! Сразись со мной! Осторожнее, Сигурд! Преступник, умри! Мне это не по душе, справедливый. Ты добр, но плохо выбираешь союзников. Я твоя награда, Басим. Давай! Это точно. Сим замышлял свое предательство. Боюсь гадать. Боги! Неужели меня всю жизнь будут преследовать кровожадные предатели? Этому нет конца. Ты хочешь мне что-то сказать? Так скажи. Мне нужно отдохнуть. Его ярость и гнев. Они мне знакомы, но не помню откуда. Он был не в себе, Сигурд. Во всем этом нет смысла. Забудь о нем. Я не безумен, Эйвор. То, что я ощущаю, это настоящее. Я знаю, брат. Теперь уж точно. Это всегда было так. Нам пора возвращаться домой. Путь будет долгим, а я ранен. Домой. Эйвор, по пути сюда я много размышлял обо всех радостях и горестях нашей дружбы. Я изменился и больше не могу быть ярлом нашего клана. Настал твой черед. Ты серьезно? Рандви говорила мне, как ты отважен и мудр. На тебя всегда можно положиться. Она тебя ценит. А я ее.
Но ведь есть и другие причины. Когда Даг бросил тебе вызов, ты позволил ему умереть с честью, несмотря на предательство. Он верил в то, что делал. Я это уважаю. Помню тот день в Оксенфордшире, когда мы искали камень Саг. Ты был со мной не согласен, но не ослушался. Ты сомневался в моих целях, но не пошел против меня. Когда я вынес приговор Хольгеру, ты не стал спорить, хотя был не согласен. Это было заметно. Я восхищаюсь тем, как ты вел нас из Норвегии в Англию. Держал мой гнев в узде и не давал отвлечься на пустяки. Трудное было время. Пока я блуждал в тумане смятения, ты проявил большую мудрость и силу. Куда ты, Эйвор, туда и я. И ты поведешь наш клан. Спасибо, брат. Я не подведу тебя. Тебя что-то тревожит? Однажды, еще до Англии, мне было видение о том, что я совершу предательство, что предам тебя. Я не поверил в это. Я бы не сделал ничего подобного. Но за эти годы я отнял у тебя мечты об Англии, о Вальгале. Если я провинился перед тобой, брат, я все исправлю. Мы не в силах изменить судьбу, Эйвор. Все решено за нас с самого рождения. Сетовать на судьбу — это как сражаться с океаном. Бессмысленно. Мы два потрепанных ворона вместе сложили свою сагу. Сказание на века. Бекка, я выхожу. Аккуратно. Смотрели видеопоток? Что это было? Похоже на решение нашей проблемы. Думаешь о том же, о чем и я? Дезмонд. Дезмонд? Не поняла. До нашей встречи он был барменом. Даже не слишком хорошим. А потом осознал свое предназначение. Он был чем-то вроде... Не знаю, вроде сингулярности. Точки схождения. Словно вся история человечества сошлась на нем. В 2012 году мощная вспышка на Солнце едва не уничтожила жизнь на Земле. Помню. Я тогда работала в Абстерго. Дезмонд с этим справился. Нашел способ нас спасти. Абстерго заявила, что это сделали они с помощью каких-то спутников. Чепуха. Это Дезмонд. Щелкнул выключателем и спас мир. Но оставил включенным. Магнитное поле продолжает усиливаться с каждым днем. Храм, найденный Эйвор. Источник находится там. Именно. И вот уже 8 лет он становится все сильнее. Теперь он опасен. Температура... Излучение. Неважно. Нужно все исправить. Отключить его. Нет-нет. Замедлить. Ведь он нас защищает. Теперь я начинаю понимать. Все, что я сделала, все, чему научилась, все ради этого момента. Тебе понадобится жезл для защиты. Или ты не пройдешь через первые врата? Да, конечно. Ладно.
Я готова. Ладно, приготовлю фургон. Свяжусь с кораблем. Он должен быть в Бостонской бухте завтра к вечеру. Спасибо, Бекка.